кто я? Кто я? Ну, не понимаете, что ли? Весна я, весна. И не важно, что зеленые листочки перемежаются с пожелтевшими, но не важно, что не можете понять, цветы ли это белой сирени или белые шапочки снега на листьях. Весна я. Просто у меня брачный период с осенью. Полюбили мы друг друга. А как встретиться-то? Вот и наведалась осень ко мне с любовью, то есть прохладой, со снегопадом иногда, иногда с морозцем легким, как и полагается осени. Кому не нравится, заведите себе любовь в сердце, и будет вам все приятно и радостно, и весна осенью, и осень весной. Птички щебечут, щебечут, значит, все живое, все хорошо. Вот такой мой ответ тем, кто все никак не поймет, что же происходит. Любовь происходит, любовь, а ей все по плечу, даже невообразимое, даже то, чего никогда не было. Приняла я осень к себе, впустила в свою жизнь, а уж вы приспосабливайтесь как-нибудь. Ура! Любимый пришел с дождичком прохладным. Побежала я целоваться. Некогда мне вам объяснять, что тут и к чему. Пока!